Такс. Но что-то хочется на самом деле в какое-то интересное путешествие. Что я тут вижу интересного? Я все-таки хочу джетпак, поэтому будем делать кожу. Rotten Flesh на кожу нужно довольно много. Кстати, а можно как-нибудь там порезать ботинки на кожу? Не, нельзя порезать ботинки на кожу. Пока нет. Делаем что-то вот такое. И немедленно жарим. О, это вот это. Так, стоп, это Enriching Factory. Немедленно жарим. Это я делал тут для трех стеков железа. Себе немножечко. О, кожица. Себе немножечко красных штучек. Теперь можно хранить это вот здесь. Откуда у меня берется вот этот вот... зомбомясия, я вообще не представляю. Ну, берется и берется. Так, где-то здесь у меня были вот эти штучки. И я даже помню рецепт. Так, бжик. Бжик-бжик. Мы получаем ремешок. Из ремешка... эта штуковина тратит редстоун и железо, насколько я помню. Мне нужно железика. Железика нету, значит, берем из железных блоков. Такс. И сколько именно этих штук нужно, я тоже не помню. Но давайте себе скажем, что мы крафтим вот этот вот джетпак. Это деревянный джетпак. На него нужно 3 батареечки. На него нужно 4 батареечки. Каждая батареечка, так, 4-5 батареечек, каждая батареечка это одна такая штучка, 5 батареечек это одна такая штучка, то есть 5 штучек. И нам нужен еще, итого 11 таких штучек. Но мы будем сразу апгрейдить этот джетпак, поэтому нам нужно 33 таких штучки пока что. Ну так, на первое время. Стоп, как делаются эти штучки? Эти штучки такие недешевые штучки. Так, 33 таких штучки. Ровненько. Так, 33 таких штучки. Надо взять еще редстоун и еще железо. А, нет, всего хватает. 33 штучки. Взяли. Из них надо сделать 5 деревянных батареечек. Скажешь кому? Не поверят. Так, где у меня есть дерево? Последний раз я видел дерево. Вот здесь вот. Кстати, насчет дерева. А еще у нас есть офигенный мод. Называется Бонсай. Можно сделать. Зачем, не знаю. Он серьезно подрывает экономику в смысле того, что, ну, как бы... Тебе не надо строить деревянную ферму. Ну, давайте мне не надо будет строить деревянную ферму. Сделаю себе парочку этих самых бонзаев. Пинк. Так, кирпичики, наверное, будут жить где-нибудь здесь. И нужно найти хопперы. Я помню, у меня были какие-то хопперы. Один хоппер. Одного мало. Ладно, на самом деле, одного бонзая мне хватит. Потому что я не очень хочу... Да нет, ладно, я потрачу эти штуковины. Я думаю, что у меня майнер много не намайнит. И я унесу все в... Так, в 5 бочках. Хотя, в принципе, сейчас еще бочек наделаю. Ну и выращивать мы будем оаки. Потому что оаки дают яблоки. Все только ради яблок. Процесс пошел. Ура. Куда девать дерево, я не представляю. Так, вернемся к нашим... О, кстати, да. Вернемся к нашим. Мы же можем сделать себе прямо вот мощно. Опа, кто-то пришел. Сколько у нас? 48. Кто-то пришел. Надо посмотреть, что он хочет. Ой, это не тот, кто-то пришел. До свидания. Ой, на мне Будумен.
Ай-яй-яй. Сойдет. Что это за дырка? Марбу. Че, все, больше никого нет? Ладно. Я-то думал, мне продадут какую-нибудь очумительную кирку. Мне на самом деле очень нужен меч с энчантом, который выбивает спаун-эгг. Но мне выдали баннер. Где у меня живут баннеры? Ну, давайте, допустим, здесь. Так. Б-домен. То есть мне нельзя соваться в деревню. Окей. Кстати, если мне нельзя соваться в деревню, возьму-ка я с собой просто, чтобы было молочка. А может, съесть? Опа! Во! Пущай, у меня будет просто там пара... Стоп! Если мы можем таким образом обходиться с молоком, то есть теперь это жидкость, раньше это была не жидкость, то мы, вероятно, можем... Нет, механизм этого не любит. Какие бы взять цистерны для того, чтобы таскать в них вот это вот как молоко? Хороший вопрос. У меня, к сожалению, нет таких цистерн. Они, по-моему, делаются из алюминия или какой-то такой штуки. Silent. Тут должен быть танк. Нет, он не танк. Как эта штука называется? Так, памп. Вот, наверное, рядом с пампом. Забавно. А я не нашел. Вообще не нашел ни одного танка. Я помню, у этого мода были танки. Очень странно. Очень-очень-очень-очень странно. Лава-генератор, крашер. Крашер, помпа, рефайнери. Мне нужен на самом деле алюминий и висмут. Для того, чтобы начать этот мод. Я хотел бы, чтобы он у меня был, потому что у него есть очень интереснейшие рецепты. Например, из угля... Можно делать всякую фигню, но если засунуть, опа, углевовой фернс или coal dust. Из coal dust можно делать все вот это, enrichment chamber. А как там делались алмазы? Ведь делались же алмазы. Алмазы, к сожалению, делаются, нет, в компрессоре они должны делаться. Из блоков кол делается алмаз. Во! Нам нужен компрессор. И это единственный мод, у которого есть такой замечательный рецепт. Ладно, продолжаем делать батареечки. У меня должны были доделаться палочки. Бжик. Такс. Мне нужно 5 вот таких батареечек. Из них мы делаем одну вот такую штуку. И 2 вот таких штуки. Нам нужны печки. Были печки, я помню, я делал. Такс. Вот такие штуки. 2 штучки. Теперь из всего этого добра мы можем сделать себе джетпак. Фигня джетпак, честно-честно. Но дальше мы можем сделать каменный джетпак или медный джетпак. На самом деле абсолютно не важно. Нам нужен просто стоун. Делаем, повторяем. Так, у меня есть камень. Повторяем, делаем каменный джетпак. Нам нужны... Так, вот это нам больше не надо. А нам нужно сделать каменный джетпак. Нам нужны каменные батареечки. 4, 5. Из каменных батареечек нам нужна вот такая штуковина и 2 вот таких вот штуковины. Я, кажется, правильно посчитал. Так, и из всего этого безобразия мы делаем себе каменный джетпак, который держит уже 100 кфе. Все равно фигня. Что мы можем сделать? Бронзовый, айрон и сильвер. Я думаю, мы сделаем бронзовый. Это просто они все по тирам, а нам нужно... Стоп, а нам нужно на самом деле посмотреть по тирам. А могу ли я из бронзового сделать? Могу золотой, а нам нужен инвар. И мы можем сделать себе Diamond Jetpack. Я думаю, мы сделаем себе Diamond Jetpack. А из Diamond можно сделать Emerald. Стоп. А еще можно платиновый. А платина у нас откуда вообще берется? Платина берется из платиновой руды.
Ну, то есть нас на самом деле не очень интересует, что мы сейчас будем делать. Так, мы сейчас хотели делать бронзовый. Так, бронза. Просто ее есть бронза, непонятно куда девать. Убираем. Делаем себе бронзовый джетпак. Нам нужны бронзовые батареечки. Раз, два, три, четыре, пять. Нам нужна вот такая штучка. И две вот таких штучки. И вместе это будет джетпак. Дальше надо проапгрейдить этот джетпак. Во что? Электрум я себе на самом деле сделать могу. Но где? Ага. А как я буду делать электрум бленд? Никак. То есть только когда у меня будет этот мод. То есть я могу себе сделать инвар и электрум только в том случае, если у меня будет золотой джетпак делать. Не хочу. Вот, не хочу делать золотой джетпак. Просто берем и заправляем этот джетпак энергией. Готов. Одеваем этот джетпак. Он на самом деле не то, что прям очень супер по энергии, но зато... Так, EH. А как? Hover? Нет. А чем у нас джетпак включается? Сейчас узнаем. Очень интересно. Буковка V или Shift V. Но она... G и V одновременно. Нет, но буковка V у нас занята. Наверное, нужно что-то перенастроить. Перенастроил. Вот так вот я летаю на этом джетпаке. Неплохо, да? О, что вот этот товарищ продает? Может быть, я хочу это купить. Что это было? Почему его ламы его не любят? Живая. А где мужик? Она его плюнула туда. Все? Нет мужика? Весело. Ну что? Нет, он где-то здесь. Вот он, красава. Че принес? Так, подзол. Это не проблема. Красная краска. Brain Coral Block. Horn Coral Block. Нет, мужик, извини. До свидания. Этого добра нам не надо. Нам нужны мечи. Как минимум. Ну, может быть, еще что-нибудь тоже будет неплохо. Чистим рюкзак, идем в поход. В поход я хочу куда-то, да, вот сюда вот, посмотреть, что здесь. Я очень надеюсь, что... То есть одна большая вода, небольшая вода слева и большая вода там где-то. Есть ли у меня, да, метки. В общем, да, мне куда-то вот туда вот. Полетели. Можно, кстати, воспользоваться хауэром. Вот мы пролетели большую воду. Слева должна быть еще какая-то вода. И где-то здесь должна быть речка, которую я хотел исследовать. Это же она? Ну, практически она. Это не речка, это будет болотца. Окей, пройдемся. Кстати, по болотцу посмотрим, что здесь есть. Овцы есть. О, наконец-то. Всю жизнь мечтал. Выключаем джетпак. И все прекрасно. Так, вопрос. Я сейчас буду выращивать очень много вот этого самого шугаркейна. Есть ли у нас снед? Нету у нас снеда. Окей. Так, сладненько. Мы в болоте. Ну и, кстати, почему бы и нет? Вот я, например, встану. Куда бы встать-то? Хотя нет, встану я лучше вот сюда вот. Вот в этой части болота. Я хочу поставить свой майнер. О, пчелки. Надо заняться пчелками. Так, будем знать, здесь есть еще и пчелки. Опа, а где я? А как я сюда попал? Круто. Да, я просто полетел вниз. К вопросу о... где поставить майнер? Нет, я не хочу ставить майнер там, где я уже был. Я хочу поставить майнер там, где у меня будет генерироваться новые чанки, то есть где-то здесь. Очень надеюсь, что вот в этом болотце реально будет хорошо его поставить. Да,
Ставлюсь в болотце рядом с вот этими вот свиньями. Майнер. Ставим майнер. Говорим ему, что Silk Touch on, но нам нужен только Diamond. Это оно? Да. И также нам нужно, наверное, только Redstone. А, нет. Редстонная руда-то есть? Есть. Сойдет. И, наверное, нам также нужен ляпис. Есть? Есть. А руда? Есть руда. Вот. Вот это вот хозяйство нам, пожалуйста, с силктачем добудьте. Такс. Пока оно работает, все должно выезжать из вот этого вот отверстия, так сказать. Мы к нему подключаем трубу. Я помню, у меня было чуть-чуть труб Advanced Universal, Advanced Pressurized. А где вот этот Logistical Transporter? Вот он, Logistical Transporter. Все выезжает в него. Мы на него устанавливаем 5 бочечек. И все начинает уезжать в эти 5 бочечек. Единственное, что ему нужно сказать, автоэджект. Все, все в бочечках. Супер. Работает ли наша машина? Нет. А, чтобы она работала, ее нужно запитать. А, ты, красава, сливаешь сюда. Сливаешь ведь? Сливаешь. А заливаешь в себя из любого другого места. Например, отсюда. Так, дальше у меня есть баллон с ацетиленом, то есть с этиленом. Почему этилен? Ацетилен же сделать намного проще. И вот у нас пошел процесс. Эта штука чанклодит, все выплевывает и продолжает работать. Я свободен. Я, наверное, сейчас полечу домой и высажу тонны. Ура! Я высажу тонны ридсов. И самый главный вопрос, работает ли на РИДС наша замечательная леечка. Очень надеюсь, работает. Знаете, вероятно, да. И самый интересный вопрос, а какой максимальной высоты может вырастать эта кукурузина у нас в этой сборке? Вероятно, до 3. Дело в том, что вот этот вот OneProbe мод. А где то, что я собрал? Вот. Показывает количество процентов выросшести даже для Sugarcane. И когда мы доезжаем до самого верха, то есть до 3, он перестает показывать что-нибудь, говорит 0. Видимо, растет до 3. А дома меня поджидали. Я пошел зарядить джетпак. Как они хорошо разваливаются, прям вот раскладываются. Это меч, это хороший меч. Наверное, стоит посетить деревню, посмотреть, что будет. Но ничего особо интересного не будет, потому что нужна хорошо проторгованная деревня, в которой можно получить что-нибудь за то, что ты герой деревни. Палочки, палочки. Так, стоп, а что такое было? А, листья. О, листья. Кстати, а что делается из листьев? Окей. У меня есть биоматериал. Бедные скелетики там мучаются. Работай. А что не так? В крашере же. Или не в крашере? В крашере. А, 10. 10 листьев это один биоматериал. Ну ладно. Посмотрим, что это такое. Саплинги можно запихивать туда. Так, этилена до черта, но мы заряжаем джетпак вот в этой машинке. Готовченко. Маленький джетпак. Но сейчас мы.